Сегодня у нас велосипедный день. Правда, велосипед будет другой. Тоже его рекомендую. Вот он так складывается. И вот такой багажник. Видите, он такой компактный. Его рекомендую. Поставили и поехали там в Кемер, в Аланию, там в другие города. И можно путешествовать по городу на велосипедике таком скромненьком. Я хотел бы показать улочки старого города. Это все Анталия, она еще вот такая. Вот сюда свернем, да, вот тут есть тоже и апартаменты, и ресторанчики. Такой вот старый город. И вот ворота Адриана, знаменитые, вот они, второй век до нашей эры. Очень центральное место в Анталии. Вот, друзья мои, вот эти камни, по ним еще ходили древние римляне, вавилонцы. И очень много было истории в этих местах. А теперь здесь я вот на этом мини-велосипеде.